5000 квот выделено казахстанцам для совершения хаджа в Мекку. Об этом сегодня в Астане сообщил наиб муфти Духовного управления мусульман Казахстана. По словам Серикбай Хажы Ораза, паломничество намечено на сентябрь этого года. Вместе с тем на собрании президиума правления ДУМК объявлено, что начало Оразы выпадает на 18 июня. Также на встрече имамы определили размер пожертвования фитр-садака, обсудили вопросы касательно формы одежды имамов и присвоения ими честям названий. По словам Серикбая Хажы Ораза, фетва решения по какому-либо вопросу теперь будет издаваться исключительно муфтиатом. Ранее эту функцию могли выполнять и областные представительства духовного управления.